Хочу показать, как светят лампочки до замены. Эта вот лампочка в двери так светит. Это вот лампочки плафона в салоне так светят. Ну, освещает вот таким образом. Все очень тускло. Также вот в потолке лампочки, в дверях, в передних. Вот она. В задних дверях сейчас покажу. Вот они, два плафона подсветки в крышке багажника. В задней двери здесь не светится, здесь стоят габаритные красные. И посмотрим, как светит после замены. Добрый день! Сегодня на Nissan Murano заменим лампочки освещения салона, обычное накаливание, на энергосбережающие лампы вот такого плана. Получается 16-диодные. 18 диодов. 18 диодов. Светит ярко. Начнем с двери. Берете тоненькую отверточку. Аккуратно. Не поцарапать, чтобы обшивку. Вот сбоку. Как бы отодвигаете немножко плафон. И поддеваете на себя. Он здесь на таких вот защелках держится. Лампочка обычная, поэтому использовать в двери будем вот такие светодиоды. 8-диодные. Если не светится, переставьте. Полярность другая. Вот так вот она будет освещать. Разница в свете заметная. Теперь идем на другую дверь. Это вторая пассажирская дверь. Вариант тот же самый. Поддеваете немножко, сдвигаете и на себя. При этом не велось тебе по обшивке, чтобы не поцарапать. Также берем 8-диодный светодиод. Теперь меняем в освещении возле зеркала. Поставлю, подтолкну пакетик, чтобы
обшивку не царапать. Поддеваете с одной стороны, поддеваете с другой стороны. Потом аккуратненько вот с этой стороны. Получается, сидит вот на четырех таких защелках. Снимать аккуратно. Так, лампочки брал одного вида, а стоят лампочки другого вида. Также снимаем вторую сторону. Освещаться. Также на место берете ровненько, защелкиваете по порядку. Теперь меняем в крышке багажника. Включаем свет, чтобы они остыли. И также аккуратненько поддевайте их сбоку. Снимается целиком плафон. Здесь лампочки как раз вот такие, как брали. Это также. Здесь вот есть пазик. Сбоку под него подсовывать и отщелкивается. Крепится на пластиковых усах. Снимаем лампочку. Снимаем вторую лампочку. Берем светодиоды. Ставить их надо будет диодами вниз.
лампочку мы вставили. Включаем и проверяем полярность. Полярность нормальная. И вставляем таким же образом вторую лампочку. Так, установили лампочки багажника. Теперь устанавливаем лампочки на заднем сиденье, на потолке. Аккуратненько поддеваете. Здесь она вот на боковых этих усиках, защелках держится. Вставляете одну сторону и заводите другую. Так, отверточка, просто стеклышко поджимаете. Одну сторону и другую. Все, оно защелкнулось. Меняем другую сторону. Ставили лампочку и также широкой частью вставляете сюда. Пыль протрем. А эту сторону подправляете отверточкой. Все. Ну вот лампочки мы заменили. Вот так выглядит это в темноте. Это задние плафоны пассажирских сидений. Эта дверка так освещает. Это вот в салоне плафон. Сейчас откроем багажник. Так освещается багажник теперь этими двумя светильниками. Ну вот и все. Всего вам доброго.